сдружились с нашим отрядом. Стопроцентно еще. Сдружились с ребятами из Томска, из Оренбурга. Надеемся, что будем поддерживать с ними связь после окончания турнира. В Горном университете было очень интересно посетить музеи, ну, различных минералов. Я очень много узнал вообще о минералогии как науке. Нам показывали, что делают. Как сам человек работает, как сам идет процесс работы. В общем, все достаточно интересно. Мне очень понравилось то, как люди сидят и вот этим каротажным диаграммам определяют параметры скважины. Мне это прям очень понравилось. Я люблю такую мелкую, кропотливую работу, которая требует каких-то расчетов. Конкурс по-прежнему проходит также на высоте. Все выступления детей были очень интересными. Особенно мне понравилось то, что в этом году дети были больше подготовлены и меньше волновались. В политехническом университете мы посещали комнату, где находится суперкомпьютер. Для меня это что-то новое. В данном турнире решает не индивидуальные качества, а командные взаимодействия. И это, как на мой взгляд, может пригодиться в учебе, так и в дальнейшей работе. Нам рассказывали, как построить правильно презентацию, то есть какие обязательно компоненты. И мы записались к ней потом на дополнительную консультацию. Хотелось бы поблагодарить и организаторов турнира, и ребят, с которыми мы общались. Мы хотим сказать, что не бойтесь решать эти задачи, они решаемые. Если вы не можете найти форму 20 часов, ищите еще 20, и у вас все получится.